из Израиля с любовью. 15 февраля сделайте себе подарок – концерт саксофонной музыки в исполнении русскоязычного музыканта из Израиля Джея Севена. Это даже не джаз, это музыка любви и нежности. Это мировые шедевры, которые для вас будут исполнены великолепным мастером. 15 февраля, 17 часов, ДК «Юность». Вечер, который затронет струны вашего сердца.